Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный дворик. С вами я, Елена Бородина. Сегодня первый день весны. Чувствуете, как пахнет весной? Сегодня 1 марта. Так что всех с первым днем весны. Сегодня мы, конечно, пойдем к кроликам. Какие у меня важные дела сегодня по кроликам? Сегодня 2 месяца. Смешанным кроликом от белого великана и фландера. И их надо взвесить и сравнить с кроликами от белого великана, которых мы недавно с вами взвешивали. И вес вы знаете. Средний вес у них был 2300. Но надо учесть, что их вес 2300, это в гнезде у них было 6 штук. А поместных кроликов от фландера и белого великана их 9 штук в гнезде. Кстати, меня ругают мои подписчики, что я занимаюсь делом, которым не должна заниматься. Что селекцию кроликов уже давно вывели, белые великаны. Надо сводить с белыми великанами и выращивать кроликов именно так, чисто породных. Но это мое хозяйство. Я поступаю так, как поступаю. Я хочу иметь не только белых великанов, но и кроликов от фландера. Тем более у меня есть прекрасный самец Лёва. Я не говорю, что надо делать так, как я. Я делаю так, как я делаю. А мое хозяйство я делаю и показываю вам то, что я делаю. Ну, я, кажется, запуталась. Ну, в общем, вы идете со мной. А в своем хозяйстве принимаю решение я. Кого с кем сводить, какое мясо выращивать. Я не отдаю никому смешанных кроликов. Если я отдаю на племя, то я отдаю чистопородных белых великанов. А эти кролики идут на мясо. Ну вот посмотрим, что у нас там получилось. Вот этой ребятней мы сегодня будем заниматься. Кстати, я вам не сказала, что мне еще их надо рассадить. Я их сегодня рассажу, это будет 5 и 4 кролика, и тогда у них будет у всех доступ к кормушкам. Я не буду рассаживать по половым признакам, потому что мы убираем кроликов 3 месяца, и полового созревания еще не наступает. Те, кто держит кроликов до 4 месяцев, там рекомендуется отсаживать по половому созреванию. Ты у меня сейчас упадешь! Ну все, я начинаю взвешивать. Я сегодня одна взвешиваю, без Василия, поэтому мы посмотрим, как я буду снимать. Постараюсь, чтобы вы все увидели. Так, вот наша корзинка, которая весит 840 грамм. Вот, 0. Так, вам видно так будет, если я буду показывать? Видно. И сейчас покажу вам вес этого кролика. Начнем с беленьких мы. Так, вес корзинкой 3200. Второй кролик. Вот, на весах 0. И вес его с корзинкой 3 килограмма. Вот, пожалуйста. И это значит минус 800. 2200. И вот еще один беленький. Здесь 0. И вес его 2900. Это значит 2100. Начинаем взвешивать сереньких. Специально выбрала крупненького. Вот на весах 0. И сейчас серенького взвешиваем. И серенький крупничок. О, 3 килограмма всего. Это 2200. А кажется, такой большой. Вот еще один серенький. А беленькие сидят у меня вот здесь вот. А один сидит уже в клеточке. Вот 0. Нет, солнце отсвечивает, поэтому я не вижу, что у вас там. И вот вес этого серенького.
2 900. Это 2 100. Снова у нас серенький. И я его кладу в корзинку. Вот 0. И вес его 300. Это получается 2 300. Так, берем другого кролика. Решила направить камеру на себя. Сиди. Вот у нас следующий такой красавчик. Мне кажется, он маленький. 0. И вес его 3 килограмма. Не такой уж маленький, 2 200. Сразу его отправила в клетку большим. И у нас с вами последний кролик. Малышка такой, малышка. Вот самый маленький идет на взвешивание. Серенький. На весах у нас 0. И сейчас посмотрим, сколько этот малышок весит. И этот малышок весит. Ой! Ты куда у меня? Чего ты, Робин? Не надо его ловить. Он сам поймался. И этот малышок весит 2 700. Это получается 1 900 кг. Ну, в каждой партии есть маленькие. А там был самый маленький вес. 1 800 кг. У белых великанов. Всех беленьких пересаживаем в одну клеточку. Там 2 400, 2 200 и 2 100. И тут еще сидят 2 сереньких. Ну и все. Поделили. Больших с 5, маленьких 4. Почему 3 получается? Ой, оказывается, их 8, а не 9. Правильно, это же детки Анастасии. Все, идите. Идите, сидите. Сейчас к вам 4 пересажу. Это будет девочка 2 100. Ну, пошли на взвешивание, кто там 2 100 у нас. Два и 9. Вот я нашла 2 и 100. И кидаю ее в соседнюю клетку. Все, мы поделили всех по 4 кролика. Даже не буду проверять девочки и мальчики, потому что на племя я их не отдам. Ну что, взвесили мы своих белых великанов с ландером. И у нас получился средний вес 2 200. У предыдущего взвешивания у нас белых великанов было 2 300. Я вам уже озвучивала. Кстати, я ошиблась в числе кроликов. Их 8, а не 9. Но белых великанов было 6, этих 8 в гнезде. До этого белые великаны у нас были 2 100, средний вес. При численности в гнезде тоже 8 штук. Так что вес хороший. Для 2 месяцев 2 200 это нормально. Больше 3 будут весить к 3. Но это посмотрим. Еще сегодня в планах у меня рассадить вот эти крольчат, которые постарше. Насколько там они, на недельку, что ли, постарше? И все. Их я посажу по 3, чтобы у всех был доступ к кормушке. Стала отсаживать великанчиков. И вот у одного проблема.
Вот смотрите, видите, какие мы грязные. У нас понос. Сейчас сделаю ему укольчик, малышок. Буду наблюдать за ним и результат лечения в любом случае вам сниму. Вылечим мы его или нет. И поставлю видео с названием «Лечим понос у кролика». Кто будет позже смотреть видео, я в описании добавлю следующее видео. А вы, чтобы не пропустить, подписывайтесь на мой канал и ждите результат лечения кролика с поносом. Вы были на канале «Солнечный дворик», и с вами была я, Елена Бородина. Пока-пока!